вчера и обещали. Будем сегодня готовить на обед дичь, которую вчера вечером постреляли. Дичь я уже предварительно почистил. Вот она у нас уже висит в пакетике. Сейчас, пока пацаны у нас отдыхают, ходили утром смотреть на глухаря, я сейчас порежу мясо, замариную его с лучком и чесночком. И будет у нас сегодня блюдо называться дичь, тушеная с овощами в березовом соке. Березовый сок у нас уже стоит, набирается, так что, думаю, должно получиться здорово. Так, ну-ка рассказывай, повар, что тут готовишь? Так, тут у нас руки, ноги и груди вчерашней дичи. Ага. Так, перевожу. Утка. Три вальшнепа. Селезень, да, не утка, селезень. Так, туда я положил зубчик чеснока. Сейчас туда добавим лук. Добавим немножко зелени. Так. Посолил? Сейчас посолю, погоди. Так. Это не распечатать. Не будем брать. Надо немножко перчика. Черный перец, так. Много приправы ложить не надо, иначе испортится вкус мяса. Будет незаметен. Чай и семечки жарятся здесь у нас. Так. Добавляем туда еще березовый сок. Ух ты как. Все интересно, Миш. Ух ты, как все интересно. Так. И надо все это хозяйство немножко посолить. Вам водички ты можешь добавлять-то? Нет, ну не буду добавлять. Нет? Нет, потом это сейчас все потушим. Так. Добавим туда картошку. А картошку все равно воду. Сливочное масло. Так. Нет, сначала это все сейчас пока помаринуем. Перемешаем. Давай. Потому что все равно должно... Не страшно. Ложка моется. Сам. Так, у нас все пока постоит. Друг от друга возьмет вкус. Сок. Сок. Ну, вкус, что, все равно. Подмаринуется. Ай, хороши руки, ноги будут. Я думаю, что неплохо. Всем же на этот. На уголь. Олег, наверное, уже семечками пахнет, так, наверное, сгорят. Нет? Есть немножко. Так, убирай. Садись. И хорошо. Тут эти уголечки надо будет поставить, чугунок. Как его только доставать потом? Пока пускай постоит. Сейчас пока почистим картошечку, поставим. Все, понял, я тебя. Недолго будет. Ладно, тогда. Мариноваться. Дальнейший процесс заснимем. Так вот тут наше варево варится. Руки, ноги, груди. Да. Сюда мы еще добавили сливочного масла. Чтобы... Немножко, сколько примерно добавил там? Ну, грамм 50, наверное. А потом еще на выходе, наверное, можно добавить будет. Ну, не надо будет. Да? Мне кажется. Надо, чтобы мяско... Тут у меня бутерброд такой, грудинка, хлеб. Очень хорошая закуска, рекомендую. Ну и картошечка у нас томится. Но пока не томится, она просто ждет, когда ее покрошат. Потому что вода холодная. Товарищ повар назвал все своими именами. Какой этот хрен томится, ее помыть надо сначала. Понятно. А пока картошечка томится в ожидании, когда ее покрошат. В ожидании чуда, да? Да. Можно пока закусить бутербродами.
Ну что, Миш, наливай волшебного зелья. Пока все, погоди, надо бутерброд сделать. Бутербродик, бутербродик. Погода немножко затянула небо облаками. Но дождя нет, все нормально. Давай начислять, ты взялся? Давай начисляй. Сейчас. Я уже готов. Дома красиво. Да. Наливаем повару волшебного чуда зелья. Угу. За то, что вчера нас очень вкусно накормил гороховым супом со шкварками. Повар съедил от бутерброд. Ну, за то, что блюдо получилось отлично. Подумайте, ничего плохого, никакая не пропаганда. Это березовый сок. Ни в коем случае не пропаганда алкоголя. Ну, чтоб дождя не было. Правильно? Ну, можно освободить мне кухню. Надо картошку покрошить. Так, продолжаем готовить. Давай, шеф-повар, приступай к своей нелегкой миссии. Ну-ка, загляни сюда. Тут у нас уже все потушилось. Вкусно-то, да? Отлично вообще получилось. Я-то пробую, они-то нет. Пробовал? Мясо уже пробовал? Я не мясо, я бульон пробовал. Бульон вообще обалденный. Вкусно пахнет. Да. А, и выглядит хорошо. Лас делает бутерброд. Сейчас мы туда добавляем картошечку. Сейчас добавляем. Картошечка со всем этим будет дальше продолжать томиться. Картофан. Может, на что-то водички добавишь? Не надо пока. Смотри, не пригорело. Не, не пригорит. Я, видишь, подальше убрал от костра-то, чтобы оно не бурлило там. Лаврушки поди сразу кинуть, да? Лаврушечки можно попозже, когда она уже сготовится. Лаврушечку надо вот обязательно, но... В последнюю очередь. Все-то знают, да? Люблю готовить. Все-то он знает. Так, сейчас мы все это перемешаем. Все знает этот мужик, да? Вот это выглядит, ребята. Вот только извиняйте, попробовать вам не получится. Попробовать не получится точно, так что слюни глотайте за кадром. Так, все, мы это перемешали. Надо дровишек добавить, наверное, да? Не надо. Нет, вот сюда положить, пихать горячее. Оно с этой стороны печет сильно, а я с этой стороны уголька подложил, чтобы оно примерно равномерно все это. Примерно верно, чтобы, да? Да. Готовим в чугуне. Об этом очень классно забыл получается. Сказать. Ну все. Следующий раз, наверное, уже... Приступим. Приступим, да. Ну что, ребят, все у нас тут готово. Получилась вот такая вкуснятина. Под Мишиным чутким руководством. Я попробовал, уже очень вкусно. Сейчас немножко постоит, еще потомится. Отдохнет. Отдохнет, и можно будет приступать. Олег у нас ушел тут прогуляться. Дождем Олега. По местам неотдаленным. И будем дождем Олега и будем есть. Вот такое блюдо можно приготовить во время весенней охоты.
Да, дома так не получится. Дома не получится, да. Так что покупайте продукты, едьте на рыбалку, на охоту и готовьте на природе. С вами был повар Миша, помощник Серега, сушеф и Ларс. Давай закроем, пускай.